Жером Сейду представляет. От семьи не убежишь. Констанция, что вас вдохновляет? Ну, вдохновение мы находим в себе самих. Я делаю эскизы, а Констанция создает концепты. В творчестве нами всегда движет желание стать ближе к пустоте. Я попробую вам объяснить. Предположим, давайте попробуем представить современного человека, который приходит в дом, наполненный пустотой и смыслом. Наполненный пустотой? Да, можно сказать, пустота – это роскошь. В пустоте есть комфорт. Да, дорогая Констанция, лучше и не скажешь. В пустоте есть комфорт. Браво, любимая. Мы с вами находимся в Токийском дворце, где пройдет ваша выставка. И поскольку речь зашла о пустоте в жизни, я бы хотела поговорить о тяжелом детстве Валентина. Но мы же договорились не касаться этой темы. В нашей передаче мы стараемся также раскрыть и личную жизнь наших гостей. Нет, пусть личное остается личным. Все в порядке, любимая. Что вы хотели узнать? Зрители почти ничего не знают о вашем детстве. Мое детство было таким, что о нем не хочется много говорить. Моя мать оказалась в отчаянном положении и оставила меня на пороге приюта, пообещав со мной вернуться. Увы, я все еще жду. Но кто же вам так рассказал? Хватит, а то интервью уже превращается в допрос. Увы, кроме меня, у Валентина нет семьи. Фильм Дэнни Бона. Я иду, Гёс. Ну и чего ты расселась, а? Марш одеваться. Капуша вся в отца. Я рисую. Ну, нарисуй нам деньги, а то кончились почти. Как всегда. Хватит ныть, беги, одевайся. Одна эта мазня на уме. Мам, как ты думаешь, дядя Валентин нас еще помнит? Ну, да, конечно. Главное, мы помним этого богатея. Да не ори, я занята, воспитываю нашу дочь. Лёд, у меня засада. Какая засада? Ё-моё, ты чё, ещё не одет? Не застёгивайся. Это же свадебный костюм. Ничего ты разжирел. Я не разжирел, это костюм уменьшился. Чё, у меня руки за ночь выросли? Ой-ой-ой, блин. Чё? Пятно осталось, хотя я трижды состернула пиджак. Трижды? Нафига ты? Трижды состернула костюм. Руками бы я его не оттерла, решила постирать в машинке. Ну и давай думать, сколько же раз его стирать. А потом меня осенило. Если костюм тройка, значит три раза. Прямо в воде? Угу. Люд, читай здесь. Драй, что-то такое. Драй, клининг. Сухая чистка. Означает, сухая. Никогда не суй пиджак в машинку. Не. Сдала бы в химчистку, они бы там постирали без воды. Без? Чё ты городишь? Как можно отстирать одежду без воды? Они это умеют. Ну и как? Ну и чем? Сидят и выковыривают пятно пальцами? Драй по-английски означает сухой. Угу. У них есть сухая вода. Сухая вода? Угу. Сухая вода? Ну да. Гёс. Ты чё, уже хряпнул? Нет, вообще ни капли. 4 месяца в завязке. Гюс, сделай так.
О, черт! Прет бензином! Ты начал пить бензин? Съел огурец. А ведь прет бензином. Все, твой папаша скоро все грядки бензином зальет. Блин, ты уж прости за костюм, но ты ведь его даже не носил. Я его не носил, чтобы случайно не заляпать. Выгляжу как дурак. Брат точно меня засмеет. Ну и пусть. Главное, мне не смешно. И уже много лет не смешно. Зато выглядишь как нищеброд, и брат точно займет нам денег, да? Черт его знает. В смысле? Не чужие же. Но ведь он же позвал нас к себе, а? Как? Не позвал? То есть он не закатит банкет на юбилей вашей мамы? Нет, он даже не берет трубу. Как так, Гюлс? Это капец! Эй, здорово, семейка, я пришла! Надо все рассказать маме. Ты чего, она меня прибьет? Гюс! Привет, бабуля! Лапочка моя, меня просто распирает. Прикинь, мы отпразднуем мой день рождения в самом Париже. Скажи, ты рада? Да, это очень круто. А еще круче, что твой дядя Валентин наконец-то вспомнил обо мне. Может быть, он головой ударился, поэтому решил нас всех позвать? Да нет, у тебя же юбилей. О, что это? Ты что, спер костюм у семиклассника? Ничего я не спер, я в нем женился. Я пыталась отстирать пятно в стиральной машинке. Трижды. Ну, додумалась. Пятно же не сошло. А вот костюм стал прям меньше. Ну, так ведь и пятно стало прям меньше. Вот ведь девка всегда как-то выкручивается. Зато я говорю только правду, да? Да. Ну что, пора. Все поконим. Погнали. Куда намылились? Не твое дело. К этому хрену в Париж поехали. А при чем здесь хрен? Вот подрастешь немного, и тебе во дворе все четко объяснят. Он нас всех послал, а ты к нему прешься. У меня остался только один сын. Послушай, старый, ты уже разучился считать. У нас два сына. Мне лучше знать, я рожала. И один из них в Париже. Вот прямо сейчас, в эту самую секунду, готовит мне сюрприз. К моему дню рождения. А? Че, уже сегодня? Прикинь, прям даже с самого утра. Ну ладно, извиняй, я забыл, что у тебя сегодня юбилей. Не волнуйся, я забуду про твой. Давай, Гюс, поехали. А что я здесь буду жрать? Жри свои чудо-овощи. Наслаждайся. Нафига тебе столько одинаковых журналов? Как нафига? На них же мой сынуленька дорогой. Вот. Вы что делаете? Исполняю свою мечту. Хотя бы на журнале. Мама, мама, не порт весь. Доедем, нарисуешь прямо на ней. О. Хотя она тебя ждет. У плиты сейчас суетится. Гюс. Ну как же. Карта не проходит. Как? Не волнуйтесь, я заплачу. Ну не надо, мам. Зыц, подарю теткам из вязального кружка, чтобы они там все лопнули от зависти. А это не журнал, какая-то разукрашка. Там почти не видно ничего. Он больше не говорит, что сирота? А, ну конечно не говорит. А в пути читать вредно. Но это тому, кто за рулем. Что он там про меня рассказал? Ёлки, забыла очки. Ну-ка, лапуля, почитай, бабуля. Известнейший дизайнер и его муза. Может, коза в ритузах? Здесь написано муза. На заборе тоже много чего пишут. Не верить же всему. Мама, а давайте лучше я вам почитаю. Бритни еще не совсем может. Я могу, мам. Замолчи.
Вы стали таким крутым дизайнером. Можете сказать, кто вас вдохновляет? Ну, первой меня вдохновляла моя мама. Божечки, как это мило. Увидев мои первые рисунки, она сказала, они незабываемы. Помню, как сейчас он малевал их карандашами на наших обоях. Чуть его не убило. Хорошо, что не убило. Да. Что пишут про день рождения? Ты уверен? Ты абсолютно уверен, что здесь и про это тоже написано? Да, читай. Пишут, что он готовит шикарный праздник для мамы на ее юбилей. Со своей женой Констанцией, которая жаждет с ней познакомиться. Слава она жаждет. Вот и красуется рядом с ним в этих чертовых журналах. Я же говорила, коза в ритузах. Как же это меня оскорбляет быть просто музой. Ну, зато ты очень красивая. Папа, у меня красный диплом архитектора. Мы равноправные партнеры, а для всех я просто муза. Не волнуйся, наши друзья этого не читают. Они просто видят фотографию, где я на заднем плане. Может, в другом месте поедим, а? Да ладно, ничего страшного. Зачем вы придумали все эти рельсы? Это концепция заведения? Биться головой о рельс – концепция. Нет, получать удовольствие в самом экстравагантном японском ресторане Парижа. Мы заработали, пусть бьются. Короче, напоминаю, что сегодня к нам на выставку придет руководство Софитель. Надо им угодить. Наш проект шикарен. Только бы все успеть. Дорогой, мы можем отказаться от участия в тендере. Вы что? Нельзя упускать такой шанс. Нас ждут миллионы евро. Между прочим, там есть и моя часть. Тост. Контракт Софитель непременно будет наш. Шампанского! Саке. Да хоть саке. Дорогой, нам пора. У нас встреча с клиенткой. Ах да. Это та, что звонила и стонала в трубку. Она самая. Добрый день. Добрый день, добрый день. Добрый день. Мадам Клери, как ваши дела? Дела, как будто слона родила. Мы очень ждали этой встречи. А я вот очень жду врача. Что-то случилось? Я рассчитывала получить удобную мебель. А вместо этого мой дом превратился в камеру пыток. Мадам? И почему же? Ваш диван жесткий, как камень. Жесткий? Не понимаю. Он прекрасен, воздушный, геометричный. Тело отдыхает при одном только взгляде на него. Тело отдыхает? У тела защемило седалищный нерв. Стоило прилечь всего на 5 минут. Очень может быть, что вы приняли не ту позу. Вот оно что. Не та поза. Да я теперь навечно в этой позе. Я согласна, диван красивый, но он опасен для здоровья. Как и этот трехногий стул, скажу честно. Без страховки к нему лучше не приближаться. А чтобы на него сесть, нужно пройти курсы экстремального сидения. Трехногий асимметричный стул выиграл прошлогодний гран-при на международном конкурсе дизайна. Главное, чтобы в следующем году он не стал оружием массового поражения. Молодой человек, не желаете присесть на этот уникальный дизайнерский предмет искусства? Прошу вас. Надеюсь, этот юноша застрахован. Вуаля. Что я говорила? Вставайте. Жан-Люк. Покажите мадам Клери, как правильно сидеть на этом стуле. Вот так. Буду знать. Мы же вас обучали. Хорошо, я покажу. Подходим элегантно. Воля, это очень просто. Главное, помнить про баланс. И элегантность. Я заплатила вам целое состояние, а ваша мебель пытается меня убить. Нам очень жаль, мадам Клери. Мы вернемся к вам с новым предложением. Проще было купить и собрать мебель самой в Икее. В Икее? Валентин. Скажите спасибо, что не прислала вам счет от моего остеопата. Thank you.
понравилось. Зря потратили время. Пойдем скорее. А вот и как его зовут? Кадмират. Точно. И Джулия. Да. Здравствуйте. Мы, к сожалению, не можем остаться. Но я в восторге. Браво. Благодарю. Вы уже все посмотрели? Ну да. Опять папарацци. Как же они меня утомили. Скажите, а вы точно придумываете свою мебель трезво? А то разные ходят слухи. Здравствуйте. Здравствуйте и добро пожаловать. Вы с ума сошли? Простите, мне так неловко. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Мое почтение. Добрый Знакомьтесь, вечер. Поль, мой остеопат. Рад знакомиться. Очень приятно. Очень приятно. У меня 6 таких стульев. Да? И стол. Монолит. Весьма уникальный предмет. Да. Да. Как и стулья. Извините. Не поспоришь. Идемте, я познакомлю вас с Кейт Фишер, президентом Софитель в Европе. Браво. Гений и его муза. Выставка волшебная. Marvelous. Очень-очень вдохновляет. Мы с Кейт как раз обсуждали наш контракт с их отелем Софитель. Александр, нет, я не могу ничего говорить, пока мы не рассмотрим всех претендентов. Но если между нами, вы наши фавориты. Значит, вы находите эти работы интересными. Да, необычные. Кто резкий, это? Даже а мой брат. Нет. Что ему нужно? Понятия не имею. Лучше выключи телефон. Да. Оглох он там совсем, что ли? Ну, какое к черту приглашение? Если я та самая именинница, меня там уже все заждались. Повторяю, мадам, у вас нет приглашения. А у тебя нет мозгов, бугая. Это вечеринка в честь меня, а я стою на улице. Ты сдурел? Без приглашения я не могу пустить вас внутрь. Ну и флаг тебе. Внутрь. Меня там гости давно ждут. Если не впустишь, сын из тебя мебель сделает. Что, простите? Мы вышли на крыльцо перекурить, а дверь случайно захлопнулась. А, понял, проходите. Спасибо вам. Ёшкин дрын, вот это хата! Как три наших кладбища. Пора сказать ей правду. Быстро! Здрасте. Здрасте. Чмоки-чмоки. Здравствуйте. Сын у меня такой умничка. Позвал на вечеринку столько народу. Давай, добрый давай, вечер. Не тяни. Добрый вечер. Да, спасибо. Ладно. Всем спасибо. Сейчас, дай чмокается. Спасибо огромное, что пришли на мой юбилей. Спасибо. Стоит благодарности. С днем рождения. О, подарочки. Спасибо. А? Вообще не знаю, кто ты такой, но спасибо. Спасибо. Сразу в сумочках. Как удобно. Спасибо. Всех целовать не буду, а то губы сотру. Что-то не вижу никого из наших краев. Сюзан, здесь нет никого из наших краев, потому что... О, Одет! Это же Одет! Мы с ней ходили на кружок вязания. Одет! Одет! Нет, мам, это не она. Одет, привет, дорогуша. Ты когда мне спицы вернешь? Меня зовут не Одет. И я не понимаю, о чем вы. Ах ты старая плутовка. Сменила имя, уехала в Париж, чтобы не отдавать спицы. Воровка. Мам, давай я подержу подарочки. Ты глянь. Что такое? Да подарили. Какое-то фуфло. Да. Куча одинакового фуфла. Я сейчас все это расскажу Валентину. Валентин! Эй, дорогуша, вы случайно не из наших краев? Нет, простите. А сына моего не видели? Нет, пока не видела. Паскаль! Спасибо большое. Вы крутой. С тобою жизнь мне не в тягость. Ништяк-песняк. Вот и министр культуры.
Госпожа министр, какая честь. Здравствуйте. Это Валентин? Мсье Валентин. Госпожа Бранд, браво. Превосходная выставка. Какая яркая демонстрация вкуса и мастерства. Спасибо, госпожа министр. Валентин! Мама! Кто? Валентин. Ничего, я понимаю его чувства. Остаться сиротой – это неизлечимая душевная рана. Ему не хватает материнской любви. Очень не хватает. Мама здесь. Не может быть. Да, мой маленький, мама здесь, не волнуйся. Какой позор. Сынуля! Что происходит? Эй, сынуля! Кто пустил сюда деревенщину? What is happening here? What's going on? Куда это он дорванул? Любимый, успокойся. Вернись к гостям. Я сирота, и вдруг явилась мама. Тише. Что-нибудь придумаем. Что это? Что, черт возьми, происходит? Куда он убежал? Она говорит с министром культуры. Моей карьере конец. Зовите охрану. Ты что, хочешь прогнать родную маму, что ли? Чью маму? Надо как-то их увезти. Но как? Увезти кого? Его семью. Какую семью? Он же сирота. Ну, в общем, он не совсем сирота. В смысле, он сирота или нет? Папа, не все так просто. Отвлеки лучше госпожу министра, а я потом все тебе объясню. Да уж, надеюсь. Послушай, любимый, иди к машине и жди меня. Я сейчас быстренько выведу их из зала. Хорошо? Ага. Ладно. Валентин, сыночка мой, это я, мамуля. Добрый вечер, мама. Бедняга. В каждой женщине видит мать. Только что его мамой была я. So sad, really. Шпрехайте на инглише. Who is on duty today? Добрый вечер. Констанция Брандт. Вживую вроде. Не такая напыщенная, как казалось на фотках. Приму за комплимент. Много их не будет. Я вот что-то недопетрю. Детей же у вас вроде бы нет. На кой черт такой домин? А, мы живем не здесь. Тогда что мы здесь Брат, делаем? Мы что приехали-то? У мамы Альцгеймер. Она хотела отметить юбилей всей семьей, пока совсем нас не забыла. Едем домой. Как домой? Так, отметим мамин юбилей в домашней обстановке. Опять наврал что-то? Поугомонись уже. Сказал только правду. Будет весь дом. А, моя семья сплошной кошмар. Но зачем домой позвал? Ты же хотел их забыть. Мама тяжело больна. Альцгеймер. О, боже, как печально. Мы отметим мамин юбилей, и потом они уедут обратно, да? Конечно. Но чем их кормить? Ольга уже ушла. О, найдем что-нибудь в холодильнике, она все равно потом все забудет. Прости за испорченный вечер. Ну, они твоя семья. Может, ему помочь? Скоро утро. Хорошо, хоть папа не приехал. Прошу вас. Видал, как я припарковался круто? А, да, прошу. Высоковато они забрались. Надеюсь, удобство у них не во дворе. Удобство во дворе? Увы, это не про диван. А. Ну, хоромы. Зырь, какая хата у них. Зырь? Смотри, как красиво. А, мерси. И что, тоже жёнушка костюмчик простернула?
Ну да. Понял. Все так делают. Я покупала освежитель с ароматом лаванды, но пахнет бензином. Нет? Да. Да-да. А, это же гостинцы. Привезли вам овощей прямиком с грядки. Большое спасибо. Они не взрывоопасны? О, водичкой сполоснешь и ништяк. Но лучше ацетоном. О, а почему не накрыт стол? Ольга, ничего не готово к празднику. А мне пришло сообщение. А? Вот, как раз от Ольги. Что там? Сейчас. Ну? Она мыла полы в гостиной, поскользнулась и сломала обе ноги. Вот бедняга. Обе ноги? Да. Вряд ли она сможет прийти. Как же так? Какой ужас. Без ног ей будет сложно накрыть на стол. Да, дорогой, это проблема. Мы сейчас, хорошо? Осторожно, скользкий пол. Тише, 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 тише. А где мы возьмем торт? Есть в холодильнике. Вот черт, не хватает куска. Давай. Зачем? Мама. Ты гений. Идеально. Нужны свечи. И спички. Точно. Спички. Спички. Спички, 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 спички. Эй, Люлю. Ну и чё? Такая же мазня висит у нас дома, в туалете. О, но сравнить вообще-то нельзя. Ха, конечно. У нас на ней еще и календарь есть. От костюма все мышцы свело. О, меня рубит с дороги. О, сына! Ой-ой-ой! Реально, рубит. Жив? Жив-жив. Сына, ноги целы. Целый, мама, целый. От хрень. Какой-то стул. Калека. Вот кому в здравом уме нужна такая мебля? Не мебля, Люлют, мебель. Мама в дом к нам пришла, и любовь здесь нашла. С юбилеем тебя. Давай, мамуль, дуй. А тортик-то погрызанный. Ты не поняла, это же М, как мама. Да, или как W, вау. Задувай, бабуль. Да, дуйте, мама. Сюзан. Сюзан, простите. Нормально думала. А желание, бабуль? Хочу, чтобы мой сынуля и не моя доча скорее вручили мне их подарок. Чего опешили? Я же не останусь в юбилей без подарочка. Да-да, точно. То есть Ольга его куда-то... Клоуны, прекращайте уже свой цирк. Какой цирк? Чухня чухнёй на постном масле. Чухня? Чухнёй на постном. Что не так? Не торт, а алфавит. На свечках сэкономили. Нас на заправке и то лучше встретили. Ну, зато родня. Ага, сплюнь. В этой бетонной халупе нет ничего, что связано с семьей. Почему же? Картина, как у нас дома в туалете. Зря только без календаря. Гюс, пора уже все рассказать. Я трепло. Всем наврал. Наврал маме, что это ты позвал ее сюда, иначе мы не увидели бы тебя. 10 штук евро. 7. Уймись. Можно 8. Как ты смеешь так использовать маму? Ведь у нее Альцгеймер. У кого это Альцгеймер? У тебя, мамуль, ты просто забыла. Так, а что еще я не помню? Да хорэ уже тебе, Гюс, маму пожалей. Пожалей ты маму, займи 8 штук. Стыд какой, притащил сюда маму и выдумал болезнь, чтобы просто занять денег? Может, 6? Может, еще и тортик Валентин, съесть? Валентин, не надо так. Так, хватит. Пишите письма. Мама. Бывай, сынуля. Мамуля. Кушай тортик. Подожди. Мама, постой. Останься сегодня здесь. Куда вы поедете среди ночи? Завтра я все исправлю, а? Нет, спасибо.
Всю жизнь я старалась, чтобы у моих детей с маслом была не дуля, а хлеб. Денег может быть много, но семья у тебя, сынок, только одна. А ты тут корчишь из себя богему и стыдишься своей семьи. Позволь мне хоть объяснить. Раз послушай маму, Валентин. Все эти годы я так мечтала снова увидеть своего мальчика. Но вижу какой-то кошмар. Вот ты стоишь передо мной, но я тебя совсем не узнаю. И проблема не в памяти. Но ты не представляешь, в каком жестоком мире я живу. Он прав. Сказав правду о семье, я бы не добился такого успеха. Если это для тебя успех, то я тебя поздравляю. А чё, хата ништяк? Мама, ну, мама. За мной! Братан, вот честно, не думал, что из-за 8 штук будет такой кипиш. Стоило ли ехать в Париж, чтобы говорить мне в лицо такой бред? Когда-то ты решил, что тебе лучше быть сиротой. Ну что ж, с этого дня у тебя и правда нет мамы. Прощай. Мама, не мама. Надо. Оставь. Ты как? Ой, не может она понять, что я живу в другом мире. А тем более принять это. Да, точно. Не стоит и надеяться. Они совсем тебя измотали. Я выжат, как лимон. Надо было сбежать не 25 лет назад, а раньше. Да. Надеюсь, мы больше их не увидим. О, нет. Прошу. Почему вы так расстроены? Валентина не для вас? Сделал мебель. Вы знакомы с Валентином? Я родной брат этого сиротки, а это его мать. Я вам придумала заголовок для статьи о Валентине. Всего два слова – сволота и хрен. Речь точно о знаменитом дизайнере, который рос сиротой? Ну, если он сирота, то я тады солистка и оперного театра. Тогда они тады любят. Любит меня поправлять, а сам жиши пишет через ё. Прекратите сейчас же! Не имеете право использовать этот материал! Так ты не сирота! Я все застрял! Он деревенщина! Валентин, я звоню отцу! Он решит эту проблему! Почти, почти догнал! Браво! Алло, папа! Этот папарацци, он такой высокий, брюнет, с бородой. Похож на обезьяну с видеокамерой. Да. Как ты догадался? Я его знаю. С обезьянами все просто. Отсыпал бананов, и она замолчала. Давай-ка его навестим. А, нет, Александр, так нельзя. Лучше его опередить и самому рассказать всю правду. Свяжусь с прессой. Ты спятил? С таким прошлым мы потеряем контракт с Софитель. Почему? Какая разница, где я рос? Ведь теперь я талантливый, известный дизайнер. Так, давай сначала подпишем этот контракт, а потом будь кем хочешь, хоть бабой. Да, а потом новый контракт, и опять нужно врать. Нет, хватит. Пора уже подумать о семье. Мы твоя семья, доверься мне. Подожди, Валентин! Постой! Валентин! Валентин, стоять! Алло? Не делай глупости, это уничтожит компанию! Черт! Повесь трубку! Помогите! Ну, где там мой сынуля? Он в операционной. У него травма головы. Пришлось срочно оперировать. Порезали сына. Ну, что произошло? Я не знаю. Я нашел его на дороге. Он был... Был без сознания. Полиция говорит, скорее всего, его сбил какой-то лихач и уехал. Кормить бы этого гада нашими овощами. Не переживай, дорогая. Профессор Розенберг позаботится о Валентине. Тот хирург, который заказывал у нас мебель? Но он уже не злится. Чёртова стоя. Профессор Розенберг, как там Валентин? Здравствуйте, Констанция.
По-моему, мне хуже, чем ему. Хотя его сбила машина. Но почему вы не с ним? Мне тяжело стоять. У меня защемило седалищный нерв, и я не могу сосредоточиться. Валентина сейчас погрузили в искусственную кому, чтобы снизить внутричерепное давление. У него кровоизлияние. У него что, поврежден мозг? Сыночек мой, кровинушка моя. Зачем я ему в сердцах сказала, что он мне больше не сын? Извини себя. Лучше бы он вместо мебели шлем себе сделал. Но он поправится. Да, доктор? По всем показателям он точно будет жить. Но последствия будут тяжелыми. Возможно, полная потеря памяти. А как чудно. То есть я хотел сказать, что он чудом остался жив. И не умер, а просто потерял память. Так ведь, и он все забудет, да? И я могу его увидеть. Констанция, когда он начнется, я вам позвоню. Берегите силу, дорогая. Пойдем, мамуль. Ночевать придется в машине. Ой. Вы можете переночевать у нас дома. Ну, машина пока роднее как-то. Сюзан, в эту сложную минуту нам лучше держаться вместе. Как семья. Take my mind and take my pain. Like an empty bottle takes the rain. And he, oh, he, oh, he, oh, he. Папа, спасибо, что позаботился о моем Валентине. Мне так с тобой повезло. Возможно, его сбил недовольный клиент. Валентин Д. на грани жизни и смерти. Чё? Как она это делает, а? Не понял. Как прошла ночь? По клубам. Шучу. Мне не спалось. Сейчас сделаю кофе, если найду его. О, не надо мне этих буржуйских напитков. Я лучше чайку пошвыркаю. Хорошо. Так, чашки... Вы только переехали? Нет, почему? Ну, странно. Что ж ты ничего найти не можешь? Да нет, просто я не часто бываю на кухне. Здесь Ольга заведует, горничная. Сегодня почему-то опаздывает. Ну, она же вроде сломала ноги. Сломала? Ну да. Ах, да, да-да. Как же я могла забыть обе ноги? Бедняжка, какой ужас. Простите, что опоздала, мадам. Возле дома строят метро, и всю улицу перерыли. Пришлось пробираться через стройку. Думала, ноги себе переломаю. Не дай бог. Здравствуйте, мадам. Ольга. Сюзан. Мама Валентина. Валентина? Он же сирота. Ага, как же, как же. Больше не сирота. Я воскресла. Да, пойду приберусь. Да, пожалуйста. А ноги у нее быстро заживают. Не служанка, а прям терминатор какой-то. Спасибо.
Ну, какую еще чепуху насочиняли? Что? Заврались вы. Мне очень жаль, Сюзан, правда. Мне очень стыдно за то, как мы с Валентином вас встретили. Вы, наверное, мне не поверите, но я рада, что мы с вами познакомились. Я тоже. Констанция, скажите честно, мой Валентин говорил что-нибудь обо мне все эти годы? К сожалению, ничего. Все в порядке. Я и не рассчитывала. Это от врача. Алло? Да, доктор. Неужели он в сознании? Очнулся? Ой, да. Сынуля мой. Хорошо. Спасибо, доктор, спасибо. Это же чудо. Сын очнулся. Здравствуйте, дед. Здравствуйте. Я профессор Легард. Я заканчивал операцию. А где профессор Розенберг? Лечит спину в другой больнице. Мы можем навестить Валентина? Только давайте, пожалуйста, по одному. Сначала мама, а потом все остальные. Договорились? Да, как скажете. Отлично. Да. Послушайте, ваш сын еще не пришел в себя. После такой травмы это нормально. Вы не давите на него. Мой сынуля! О! Мамка! А я башкой столб снес. Ну, уже все нормуль. Погнали домой. Я уже в норме, точно. Ему лучше еще немного побыть здесь. У него нездоровый вид. А ты прям красавец, блин, писаный. Сразу видно, что с бодуна. А ну, выйди. Хорошо. Я позову остальных, да? Чё за хмырь? Это врач. Он тебя спас. Да? Да. Я благодарю Господа. Ты выжил и стал таким, как раньше. А, ну кайфово, ништяк. А, мам, а чё это с волосами? Чё они такие седые? Как чё? Доводите меня? Перенервничаю и всё, блин. Седой волос. Ох, нифига ж себе ты нервничаешь. Бывает. О. Послушай, ты всех нас очень напугал этой аварией. Я знаю. Мамуль, извиняй за мопед. Что? Какой мопед? Ну, мой мопед. Какой мопед? Чё ты несёшь? Мой навороченный мопед. Я выйду отсюда, его починю, и он будет как новый. Чем они тебя здесь пичкают, а? Какими-то пилюлями. Для башки, походу. Я помню про мопед, но это было 25 лет назад. 25 лет? Ну да. Я что, 25 лет в больнице? Нет, ты не настолько сильно шибанулся. Так, я не вдупляю. Где я сейчас? Да в больнице, где же еще? Походу, тебя все-таки сильно долбануло. Что-то ты не в себе, да? Да? А где тогда мой мопед? Опять мопед. Ему тогда пришла хана, поэтому отец продал его на запчасти. Сыночка, забудь про мопед. Договорились. А как же так, как же мой мопед? Дофига папа его продал. Ну, ты же не будешь плакать, как девка, из-за какого-то мопеда. Крутого мопеда. Ох, сынок, я куплю тебе новый, еще круче. Спасибо, мама. Все. Привет. О, здорово, чуваки. Ой, что-то вы все изменились. Пёс, ты так разжирел. Капец. Моя сыпочка. Я так соскучился. Это она, цыпочка. Здравствуйте, женщина. Люлют, я чуть не двинул кони, поэтому скажу все как есть. Мам, это Люлют, и мы с ней, короче, встречаемся. Чё? Нет. И мы скоро поженимся. Нет, она замужем. Чё? За кем? За мной. Как? Ну да, за Гюсом, да. Ух ты ж, нифига себе!
Подождите. Это, видимо, последствия наркоза. Я твоя жена, Констанция. Мы 10 лет в браке. Узнаешь меня? Это кто? Доктор, что происходит? Я вам сейчас все расскажу. Пройдемте в кабинет. Люд, зачем ты вышла за Жиробаса? Ты уехал в Париж. Капец какой. То есть это единственная причина, да? А? Нет, еще была я... Я это люблю тебя очень. А ну-ка, лезь, бесстыжая, почему мой брат ведет себя так, как будто между вами что-то было? Он ударил за башкой. Он целовал твою руку, Лилет. Хуже, если бы он целовал твою, так? Не скажешь, тоже ударишься башкой. У нас был роман. Говори, когда, Лилет. Ну, это было в 11 классе, недолго. Скажи, вы спали? Нет, мы просто дружили. Лёд. Ну, чуть-чуть. Сколько раз? Эй, Гюс, ну с тобой реально больше. А наши романтические вечера всего два, но какие? Ты мой единственный, Гюс. Я твоя. Навеки! Итак, на снимках видно, что в мозгу Валентина гематома. Череп вашего сына был сильно поврежден, но руки и ноги целы. Это пока. Густав. Нет, мой муж очень любит брата, у них очень много общего. Видать, и бабы тоже. Такие травмы часто приводят к нарушению памяти и психическим расстройствам. Валентин может начать делать странные вещи. А, например, мебель. Гёс. А чё? Хватит. Так он сам... Завали. Тише, тише. Очнувшись, он полагал, что разбился, катаясь на мопеде. Когда ему было 17, не накопил на шлем. Так что с ним случилось? Последние 25 лет стерлись из его памяти. И как же их восстановить? Когда он станет нормальным? Ты чё несёшь? Он нормальный. Он странно говорит. А ты не знала? Мужики не для разговоров нужны. Доктор, это не совсем мой Валентин. Так мы его себе заберем. Помогите ему склеить обрывки памяти, чтобы он вспомнил, что с ним происходило эти 25 лет. У вас есть около 2 месяца, чтобы как-то помочь ему вернуть воспоминания. Иначе он таким и останется. О, нет. Я жрать хочу, как черт. Поехали в Макдак, а? Что за Макдак? Ты теперь слишком крутой, чтобы жрать по кафешкам. Дома жрешь. Че? Да-да. Ты живешь и ешь здесь. Жрешь. Здесь ты жрешь. Харчи. Как? Харчи. Торчи. Харчи. Да. Хачи. Харчи. Харчи. Жрешь. Входи. Узнаешь? Привет, дядя Валентин. Это кто такой? Папа, а что с дядей Валентином? Возможно, как я выяснил, я теперь не папа, а дядя. Гёс, поставь пузырь. Тост родился. За верность. Поставь. Давай. А чё ты? Зря ты. Бухенький, я вам вообще мешать не буду. Да, когда-то я с ним спала, но мой муж теперь ты. Чё? С кем ты спала, Люлют? Да ни с кем я не спала. Вот опять ты врешь. А дочь откуда? Так, пора возвращаться домой, а то папаша там один загнется. А точняк. Погнали уже. Ну, мы погнали. Пока, мадам. Нет, нет, нет. Ты не можешь погнать, любимый. Горячая цепочка успела в меня втюриться. Она твоя жена, и ты вообще-то живешь с ней. Да? Да. Рановато я женился.
Мам, я не хочу с ней оставаться. Нормально. Сначала мою жену бросил, теперь свою бросай. Сыц. Сынулечка мой, послушай. Мы бы хотели забрать тебя обратно домой, но не можем. Нам доктор сказал, что тебе нужно вспомнить последние 25 лет. Ну как я вспомню 25 лет? Мне же всего 17. Может, вы могли бы задержаться? Сейчас ему очень сильно нужна помощь. И мне тоже. Да, давайте еще потусим. Ну, я, правда, курей не кормила перед отъездом. Ну, сдохнут, папа съест. Да? Куда приложился? А у меня горе. Я жену потерял. Спасибо. А это что? Салат со спаржей и водорослями. Твой любимый. Че? Не-не-не, я больше люблю пюрешечку, чикен макнаггетс, гамбургеры. Да, мамуль? Ну что ж, сынуля, умотал в Париж, на спарже сидишь. О! Да. От этих табуреток бампер трещит. Ой, не говори. Что это значит? От стульев попы болят. А я вот накатил, и у меня теперь местная анестезия. И кто эти стулья придумал? Придется кое-кого попросить чутка размять мои булочки. Ну. А где папу потеряли? У него, у него сейчас срочный заказ. Да, Сюзан? Да, все пашет. Не смог к тебе приехать. Но я чуть не сдох. Он был бы только рад. Деда говорит, что ты ему не сын. А еще он тебя все время называет парижский засранец. Ну, не всегда, конечно. Иногда и грубее бывает. Помер с голоду. Никаких проблем. Пошел искупнуться перед ужином. Открывай на одного, мне придется задержаться. Чего? Копчо! Между прочим, чем тут тебя муж ждет? Твой сын тут башкой ударился. Гюс! Нет, не Гюс. Валентин. Это не мой. Хватит, старый. Мне не до шуток. Ладно, перезвоню, когда будешь подобрее. Некогда мне болтать, у меня здесь ужин стынет. Сдохли, значит, мои курочки? А, нет. У меня сегодня на ужин филе белой рыбы и бутылочка розового вина. Да. На винишко не налегай. Заливай водичкой. Хорошо. Ну, как он? Ужасно, папа. Что такое? Он ничего не помнит. И думает, что ему 17 лет. Это великолепно. Что? Ну, 17 лет. Чудный возраст для творчества. Это только на пользу бизнесу. Папа, ты не понимаешь, что говоришь. Прежнего Валентина больше нет. Я не знаю, что делать. Вдруг это навсегда. Что? Он говорит, как малолетний деревенщина. Я схожу с ума. Ну, не преувеличивай. Нужно время. Все-таки он после аварии. Боюсь, я не выдержу. Ну, все, успокойся, дай войти. Все, дочь дрыхнет. Гиос. Так. Нет. Ну, Люд, подожди. Не подходи ко мне. Люд. Отвали. А чего ты меня бросила-то? Совсем обалдел. Между прочим, это ты сам меня нагло бросил и укатил в свой Париж. Да я не укатывал никуда. Отшили любовничка. Завали хлебала. Замолчите оба. А чё я, мам? Он первый задирается. Говорю, перестань. Ну, не ори на меня, мама. Я просто пытаюсь подкатить к жене брата, потому что раньше я с ней в койке резвился. Не трогай меня, Валентин. Что это? Это точно он? Точно он. Точно? Точно. Точно. Так что заткнись. Если он будет так говорить на встрече с Эфетель, это будет катастрофа. А сейчас, по-твоему, это не катастрофа? Хорошо, что я в завязке. Так бы я тебя рожу твою расквасил. Ба-ба-ба-ба-ба, трепло! Пусть болтает! Надо что-то делать, учить его, как вести себя в обществе. Ну как,
посмотри, он же отупел. Ну что, мне это все? Действительно, все еще хуже, чем ты говорила. Надо перенести встречу и подумать, что делать. Папа, держись, я пошел. Папа! Нажрался, так не будем! Это я еще не нажрался! Присядь. Ближе. Смотри. Это мы. Да. Эти стулья спроектировал ты. А это наш эксклюзив, стол Монолит. Он прославил нас на весь мир. А это мы на Миланской выставке познакомились и влюбились. С первого взгляда. Мы тайком сбежали от всех. И ты повел меня на оперу «Кармен». Потом мы поцеловались у Эйфелевой башни и больше не расставались. Ты помнишь? Да. Давай-ка срочно чистить туалет. Открой быстрее унитаз. И чудо-средство вылив в тот же час. Микробам смерть. Это же песенка из рекламы. Прикольная. Угу. Да? Угу. Или что-то не то? Нет. Совсем не то. Ладно. На сегодня хватит. Давай спать. Окей. А мне что? Тоже раздеваться? Да. Конечно, раздеваться. Прям догола? Как хочешь. Это твоя спальня. Можешь спать в одежде. Можно? Да. Спокойной ночи, мадам. Прошу, не называй меня мадам. Хорошо, мадемуазель. Юс, что это с тобой? Тебя что, тошнит, да? Хочу тебя. О, не-не-не, давай порезвимся как-нибудь в другой раз. Ты бухой. Чё? Ты отказываешь королю секса? Проспись, король. Я знаю, ты меня больше не хочешь. Ты? Конечно, хочу. Но когда ты трезвый. Ты все еще его любишь? Не. Тогда отдайся мне. Послушай, ты сексуальный, но не сегодня, прости. Могу смокнуть тебя. Блин, раздавишь! Thank you.
что снова подросток из провинции. И речь ужасная. Мы это исправим. Не переживай. Доброе утро. Здравствуйте, Валентин. Чё-то я вас не помню. Это нормально. Мы раньше с вами не встречались. Хреново, если бы я встречался с мужиками. Итак, не с мужиками, а с мужчинами. И не хреново, а плохо. Чё? Меня прислал ваш тесть, чтобы привести в порядок вашу речь и убрать из нее провинциальную лексику. Какую Мексику? Ты чё, бро, пургу несешь какую-то, а? Говорить лучше не бро, а брат. Культурно будет брат. Бро. Брат. Йоу. Бро. Да? А скажите, лапа. Лопать. Лапа. Лопать. Пожрать бы, а? Надо было его покормить. Проверим артикуляцию. А, Э, И, О, У. О, 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 И, О, О. Нет. А, Э, И, О, У. О, О, И, О, У. Перейдем к ассоциациям. Оп. Какие мысли? О, жратва. Я про картинку. А, зая. Верно. Только надо заяц. 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 Так даже милее. Да. Шавка. Нет, собака. Шавка. Собака. А выглядит как шавка. Шашлык. Шашлычок? Это же конь. Да, на всю семью. Тёлка. О чем вы думаете? Ну, так ему 17 лет. А. Боль. Да, о чем в лицо больно. Большая боль. Да. Знаете, особенно, когда на мозоль наступит. Сосед? О, интересно. Жидкий? Да. Твою ж мать. Ну, когда цепь слетает... О, угнать. Да. Мой мобильник. Уберите, уберите. Давно пора. Куда? За стол пора. Жрать хочу. Смартфон. Что? Смартфон. Да, смартфон. Он помнит это слово. 25 лет назад смартфонов еще не было, а значит, память у него не полностью стерлась. Это ведь хороший знак. Но он также считает, что можно есть коней. Он не может даже повторить и ЭО. Будет сложно добиться результатов. Но память не стерлась, значит, есть надежда на его полное выздоровление. Да, но придет ли он в норму за 10 дней, как хочет ваш отец? Не думаю. Здрасте вам. О, мамуля. Жрать хочу, лошадь бы съела. Не кроме коней, что-нибудь идет? Ну, вроде курицу еще. Давай, чмокни мамулю. Ты мой мальчик. Картина маслом. Грозная мама чмокает свою сыну. Да тут попахивает групповой терапией. Как здорово, что мы опять одна дружная семья. О, порадовали маму. Нет. Нет, Валентин, нет. Валентин, нет. Нет, Валентин, нет. Валентин, ну мерзавец! Ё-моё, успокойтесь оба! Валентин, прекратите! Да вы чё, белины объялись? Вы чё, просто свалите? Да. Ты не оставил нам выбора. Захотелось подраться, да? Ты на ринге? Он первый полез. Я просто целовал свою цыпочку. Она моя жена. Она рожала боксеров. Красота. А? Может, тогда второй раунд? Мам, мам, успокойся. Ты хоть не лезь. С женой разберись. Мам, ты куда? Ну чего, ты занял денег? Зачем? Еще раз с ним переспи, он... Даст их просто так. А не боишься, что я соглашусь? Не трепись, садись в машину.
Не смей так со мной говорить, понял? А чего вы грызетесь-то, а? Да пошел ты! Гюс! Да ты че? Гюс! Я давно хотела вернуть тебе твои карандаши. Наверное, ты спешил и забыл их. Я ими рисовала совсем чуть-чуть. Спасибо. Бритни забыли! Бритни! Бритни, возвращайся. Да что ж за день-то? Садись. Пойдем скорее, да? Идешь? Можно вас на минуту? Конечно. Если вы по поводу макета, он будет готов завтра. Нет, мне нужно с вами поговорить по другому поводу. Очень важному. Это не я ворую степлеры. А? Да. И я не виноват. Не об этом. Ведь это вы читали рэп на корпоративе. И что, вы меня уволите? Нет, помогите мне со сленгом. Молодежным сленгом. Хорошо, как скажете. Я уже начала учить. Вау, да-да, круто. Приступим. Чувиха, ты нормуль, классный прикид. Кайф. Супер. А теперь быстро говорите все короткие слова, что знаете. Да, конечно, пробую. Мать, нет, муть, круть, жуть, бро, чё? Чё, да? Да, это непросто. Жесть? Жесть. А что оно означает? Много значений, полная безнадёга и что-то очень необычное. Кто как употребляет? Кто как? Это же сленг. Ну, удобно. Это да, ясно. Да. Зачем другие слова? Не нужны. И это хайповать? Нет. Хайповать, хай, понимаете? Хайповать. Хорошо, я запишу. Нехорошо, ништяк. Ништяк. Лажа. Я буду очень стараться. Сядьте прямо. Рот надо закрыть. Будьте естественным. При этом с умным видом, конечно. Если вы знаете, как это. Итак, салат. Нет, сидим прямо. Рот, да, хорошо. Прошу вас, посерьезнее, пожалуйста, смотрите на меня. Извините. Спасибо. Продолжим. Итак, спина прямо, рот закрыт. Едим салат. А? Прямо, рот, салат. Прямо, рот, салат. Нет. Салат не режут. Его сворачивают. А. Нет, не руками. Вы же сказали свернуть. Свернуть, конечно же, но не руками, а приборами. Извините. Ничего. Итак, пригубите. Не торопясь, изящно. И мизинец вот так. Да, очень красиво, молодец. Прекратите, зачем вы смеетесь? Это серьезное занятие. Ну а что, поржем потихой и ништяк. Нифига ты выдала. Сказала ништяк. Ты что, тоже где-то стукнулась башкой? Я и без удара чокнулась немного. Но мы должны как-то понимать друг друга. Уходите. Занятие окончено. Валентин, перестань. Тише. Добрый
день. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, Валентин. Привет, как же это? Тьмукин, тьмукин. А, Валентин? Здравствуйте, просто Валентин. Леонид. А это Констанция, поздоровайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Они знают, как нас зовут. Они на нас работают. Я общительный босс. Да, точно. Этот кабинет что, реально мой? Да, здесь все твое. Наше. Ну вот, главный вернулся. Вот чертеж дивана для отеля Софитель. Все, как вы просили. А образцы ткани есть? Да. Вот они. Спасибо. Что-то здесь намулевана фигня какая-то. А руки? Руки куда девать? Подлокотники профукали. Сейчас дорисую. И жесткий он, пружин добавьте побольше. Пусть попа радуется. Вот так. Да, да, великолепно. Смачная туса. Ща кайфанем до Талова. Ща кайфанем до Талова? До Талова. Нет, не надо делать рот, как у утки. Опаньки, это что за пацанчики здесь? Побазарим потихой. Что я делаю? Побазарим потихой. Видимо, мы на базаре. Что-то ты реально лжанулся. Блин, это фиаско, братан. Да уж. Чика, завязывай фотобомбить. Поддостало уже. Поддостало уже. Нет-нет-нет, только не это. Шняга атакует. Непруха по жизни. Кавардак аж башню сносит. О, это про меня. Кавардак аж башню сносит. Блин. А чё так дорого-то? В смысле? В смысле, до хрена. Очень. А, я понял. Но это наши стандартные цены. А, давай так. Убираем отсюда нолик. Мы так больше продадим. Но это будет на порядок дешевле. А, чувак, а ты жаришь в математике. Не зря я тебя взял на работу. Выпрямись, закрой рот. Как вам? Ну, это намного лучше, да. Я хотя бы смогла на это сесть. Во всяком случае, ничего себе не сломаем. Только вот это, так сказать, чудо дизайна занимает сейчас всю площадь нашей гостиной. Это, конечно, современно. Но? Мы хотим там еще ходить. Вы привыкнете, он шикарен. Это же стол-монолит. Кусок дерева в коробке, модный. Тогда есть вопрос, куда прикажете девать ноги, когда садишься за этот суперстол? Да, вообще реально. Куда, блин, девать чертовы ноги? О чем ты, дорогой? Все просто. Надо элегантно сесть. Вот так. Проще быть без ноги. Блин, вообще. Что с тобой? Я вспомнил. Что? Как мне вручали диплом дизайнера. Это прекрасно. Значит, память возвращается. Что еще? Я вспомнил декана, свои чертежи. Очень волнительно, очень. Это был лучший день в моей жизни. А? Что? А как же день нашего знакомства? Но ты его не помнишь. Увы. Жаль. Извини. Ты ничего не помнишь? Ну как? Вспомнил? Mm-hmm.
Может, еще разок? Никак. Как же мне нравится вспоминать. Что ищешь? Потерял ботинок. Уходишь? Да нет. Спасибо. Было как-то быстровато? Да. Извини. Нет, все хорошо. Прямо как в первый раз. Для меня это и был первый раз. Что? Ничего. Не ври, Валентин. Не надо от меня ничего скрывать. Мне стыдно, что я изменил Люлют. Это фиаско, братан. Ай, тихо, тихо, извини. Пригодилась фраза. Ляпнул, не подумав. Я ничего не помню про нас, но напрягаю мозг каждый день. Ведь мы были счастливы. Да, были. Да. Куда это ты? Сбегаешь? Нет. Я хочу тебя. Ты хочешь не меня, а Люлют. Нет. Да. Нет? Да. Я лучше знаю. Врёшь. Сейчас докажу. Думаешь о ней? О ком? Как меня зовут? Констанция? Нет, королева. Королева? Еще раз. А ну, королева. Эротичнее. Королева. Хватит болтать, мой король. Этот идиот решил снизить цены в 10 раз. Устроил тут благотворительность. Пора действовать, а то буду сидеть не на яхте, а на его... табуретки. Если подпишет, вы станете главным акционером. Контроль над компанией перейдет к вам. Только вот подпишет ли он? Он сейчас тупее своей мебели. Подпишет что угодно. Почаще бы он головой бился. Так, только дочери ни слова. Я могила. А вот и он. Балбес, Нэш. Тебе надо подписать, и будет много денег. Так. Чё за рыжий? Ты забыл, это наш адвокат. Нет, я его адвокат. Да-да. Ну, он у нас один на двоих, мы же семья. К чему нам с тобой двойные расходы? Скажи спасибо, что берегу твои деньги. Спасибо. Что там, что-то не так? Да без картинок что-то непонятно ни хрена. Где черкнуть? А, вот, вот, вот здесь, да. И чё, и всё? Да, бизнес это не очень сложно. Ну да. Что ж, теперь перекусим, да? Да. Где же ты был? Нам пора на вернисаж Василия Белкова.
Помоги застегнуть платье. Прости, я порой забываю про травму. Ведь ты не помнишь наших планов. Мне просто хочется, чтобы мы снова жили прежней жизнью. А мы были пунктуальны. Иди переоденься, чувак, а? Чё, как? Поедем потусим? Твой прикид на кровати. Пойдем, дорогой. Констанция, та авария... На вернисаже будут представители Софитель. Кейт Фишер слышала про твою травму, но не думаю, что нам стоит об этом переживать. Если выберут не нас, хрен с ними. Плевать. Спасибо. Там сегодня пол Парижа, так что лучше про Линции помолчать. Творится его муза. Какой сюрприз. Ну, спасибо, что пришли. А, было бы преступлением не прийти. Валентин, вы как? Валентин не может говорить. Сорвал голос. Да, Валентин? Ну вот, совсем не может. Но как же так? Кричал на сотрудников. Прошу вас. Василий, смотрите, кто пришел. Констанция, звезда моя. Василий? Ой, дорогой. Милый Валентин, слышал, ты после аварии говорить стал забавно. Куда ты шнобель тычешь, Буратино? Посмотрел бы сам на свою мазню, это же полная шняга. Ну чё, чё ты вылупился? Чучело, шары залил, не вдупляешь теперь? Хавальник прикрой, атмосферу портишь. Что это такое? Что из тебя полезло? Что это за разнузданная речь? Уймись, папа. Думаешь, только Валентин чему-то учится? Не тому ты решил учиться. Я спасаю бизнес, а ты хочешь все разрушить. Я хочу быть с ним на одной волне. Смоет нас эта волна. Да. Я люблю его. Чего ты уцепил из-за этого деревенщину? Хочешь провести всю жизнь рядом с посредственностью? Дело даже не в деньгах. Тебе пора понять, у него нет будущего. Он такой уже 3 недели и никакого прогресса. Ты ведь жаловалась, что тебя считают его музой, украшением. Думаешь, теперь насмешек будет меньше? Это же циничное общество, посмотри на них, глянь! У них одни сплетни на уме. Валентин. Привет, дядя. Привет. Узнаешь эту девочку? Ой, спасибо. Угу. Красиво. На папу пришлось потратить целый карандаш. Да, ему пора худеть. Дядя, почему не заходишь? Почему ты сидишь в машине? Хочу вспомнить, кем я когда-то был, потому что мне не нравится, кем я стал. Взрослые, любите вы все усложнять? Постоянно говорите нам, ты не поймешь, это очень сложно объяснить, хватит вопросов, поймешь, когда вырастешь. На самом деле вы сами ничего в жизни не понимаете. Это снаружи вы взрослые, а внутри такие же дети. Ты права. И что же мне тогда делать? Это очень сложно объяснить, поймешь все сам, когда вырастешь. Мам!
мама! Смотри, кто приехал. Привет, Люлют. Гюс. Чего? Бритни, берегись! Это дядя-засранец. Дайте поговорить с вами всего 5 минут, а потом я уеду. Бабки твои нам не нужны. А разве мне бы костюм новый? Из-за этих бабок все и рассорились к чертям. Он что, зря ехал, что ли? Видишь, он бухать опять начал. Не-не, это обезболивающее. Душа моя болит за семью. То ты жопу обезболиваешь, то, блин, душу. Анестезиолог хренов. Ты лучше уезжай. А что по бабкам? Прости меня, что бросил тебя тогда. Ты прозябала в провинции, а я шиковал в Париже. Я эгоист. Ты что несешь? Ты что думаешь, я за твоего брата вышла от безысходности и отчаяния? Да он красава. Эй, ты слышал? Мой Гюс. Пусть не подарок. Малость мягкотелый, выпивоха, гуляка и иногда врет. Но трудолюбивый, добрый, щедрый, когда подбухнет. Чего еще желать? И в Париж он не убежит. И уже 15 лет, каждое утро и каждый вечер он выдавливает мне на щетку немножечко зубной пасты и ставит рядом стакан воды. Вот так. Я, может, глупая, но я за это его и люблю. И другой мне не нужен. Харе реветь. Я растроган. Нет, ты бухой. Пьян от любви. Ты так трогательно задвинула. А ведь и я люблю мою Люлют. Потому что каждое утро и каждый вечер 15 лет она стряпает, кормит кур, раскидывает навоз по грядкам. Харе. Дует коз. Заткнись. И поросят. Не надо. А точно, поросят же не надо доить. Нет. Дай мне хоть что-то исправить. Нет. Я протрезвел. Вам они сейчас нужнее. Куда по грядкам? Пап, ты что, дурел? Дедуля не в духе. Бритни, иди-ка в дом. Папа, остановись! Она же совсем новая, папа! Купишь себе еще, вали отсюда! Хорошо, хорошо. Но ты же раскурочил машину, как я свалю? А ты возьми и постарайся, раз так хочешь свалить, понял? Как я постарался когда-то, чтобы ты мог осуществить свою мечту, починил твою тачку, чтобы ты мог уехать, оплачивал эту твою школу дизайна. Валентин. Папа. А ты упылил в Париж и забыл родителей. Выкинул на свалку и машину, и семью. Видите ли, мы простые. Стыдишься меня? Стыдишься нас всех? Себя постыдись! Стой, Жозеф! Нет, папа, нет! Нет, Жозеф, нет! Папа, папа! Хочешь быть сиротой? Так я и тут помогу. Стреляй! Прости, папа. Прости, прошу, прости меня, папа. Ты прав, я засранец. Но я хочу все исправить, потому что люблю вас всех. Люблю тебя, папа. Люблю маму. Я очень сильно люблю вас обоих. Я себя не люблю. Прости. Прости. Сынуля вернулся. Тоже бухенькая. Нет, она намахнула бы. Скоро ваша очередь. Спасибо, мы идем. Что происходит? Где он? Я не знаю. Телефон до сих пор отключен. Дома он не ночевал. Я не знаю. Надеюсь, он не слышал тебя на вернисаже. Если его не будет, мы точно проиграем тендер, упустим крупный заказ и плакали наши денежки, черт возьми. Меня больше волнует, в порядке ли он.
его машина? Ты в порядке? Да. Попал в аварию? Нет, я ездил к родителям, это мы так весело помирились с папой. Значит, ты уже не тупой? Нет. Пойдемте быстрее, нас уже ждут. Они опаздывают уже на 10 минут. А, наконец-то. Простите за опоздание, проблемы с машиной. Ясно. Ну что, здорово! Как делище? Чё, молчим? Отвечаем! Все нормуль! Давайте хором! А? Ух, чё-то слабенько. Да. Валентин, перестань, что ты делаешь? Так, я тут подумал и решил, что этот проект фуфло. Мебель очень неудобная, очень уродливая. И вам совсем не нужна. Что нужно людям? Экологичность и комфорт. Моложавым экологичность, стариканам комфорт. И все будут кайфовать. Ну чё, есть вопросы? Ну что, доволен? Зачем весь этот цирк? Ну, так получилось. А зачем тогда врал? Ты же нормальный. Нет, это я раньше врал. Тебе, себе, всем. А сегодня я перестал врать и стал самим собой. И на душе стало легче. Просто молодец. М? А на нас наплевал. А обо мне подумал? Я постоянно думал о тебе. Просто хотел начать все сначала. Начать сначала? Думаешь, я не хотела? Я все это терпела, оберегала тебя. Старалась поддержать, как могла, пыталась тебя понять. Учила эти дурацкие слова. А сейчас мне кажется, что мы с тобой совсем чужие люди. Что ты сделал ради меня, а? Сначала исчез, теперь рушишь фирму. Унижаешь меня, унижаешь отца. Отца? Это он сбил меня на машине. Нет, это не так. Он нашел тебя на дороге, отвез в больницу. Думай так. Констанция, дорогая, послушай. Да, этот тендер мы проиграли, но будем оптимистами. Зато акции Валентина наши. А значит, и компания тоже. Скажи, а так и не нашли водителя, который сбил Валентина? Ты же был там. Странно, что никого не видел. Как это так? Папа, умоляю, скажи, что это не ты его сбил. Ведь это не так. Я не хотел. Это получилось случайно. Я просто сдавал назад, не видел его. Это был несчастный случай, поверь мне. Прости. Нет, Констанция, вернись. Он хотел разрушить компанию, всем рассказав о своей семье. Констанция! Что за странный салат? У соседа сперли? Может, просто мытый? Жрать невозможно. Да, заправь салатик. Высокооктановый ты мой. Папа. Плеснуть? Нет. Я за рулем. Завязал. Я уже. Мне еще рано. Это что такое? Попса какая-то. Это ко мне. Открой быстрее, его не даст.
познакомилась тут с пацаном. Очень крутой чел. С мопедом. Шлем ему подари. А то намучаешься потом. Я знаю, на что иду. Давай тусить. Год спустя. Удобный стул. О, спасибо. Дорогой, уже 5 часов. А, нам пора ехать. Да. Мадам, месье, сегодня мы закрываемся пораньше. Спасибо. Всего доброго. Галерея-мастерская Брандт-Дюкен. Овощное биотопливо. Что-то у меня от кабачкового топлива обороты сильно просели. Спортивное? Да. На гороховом резве поедем. Понял. Днем рождения, мадам. Спасибочки. Че, опять день рождения? Нет, не-не, он же у меня раз в 2 года. Поэтому я и выгляжу моложе. О, прости, Сюзан, я все забыл. Ну, это, похоже, у нас семейное. Да-да. Это тебе на платье, на духи, на сережки. А это мне. Носков купил. Куда столько носков? Их много не бывает. Сюзан, Валентин и Констанция уже поздравили вас с днем рождения? Да куда там? Сына памятью весь в папу. О, мам, глянь-ка, что это там за огни? Что же это? Ух ты! Пойдем-ка посмотрим, что это за огни там. Бабушка, с днем рождения! Пойдем посмотрим. Ой, сына! Цвет, а волосы, как лен, твоею красотой навеки я пленен. Нет жизни без тебя, но прост этот секрет, такой, как ты, второй на свете просто нет. Прожитых минут ни капли мне не жаль. Если бы я мог назад все повернуть, я вновь только с тобой прошел бы этот путь. Я люблю, как же я люблю тебя. Твоя ты моя, мы словно 2 крыла, несемся к облакам, любовь нас забрала. Ха-ха.
объятиях твоих. Безумно счастлив я тобою покорен. Ведь ты судьба моя. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Еще сильнее, чем ты меня. Моя дорогая. Фильм дублирован студией «Новомедиа» по заказу кинокомпании «Каскадфильм» в 2018 году. Автор адаптированного русского текста Александр Веденеев и Александр Манич. Че? Я только что сбил Дэнни Буна. Как ты смеешь так использовать маму, ведь у нее Альцгеймер? У кого Альцгеймер? У меня мама. Я забыл, что я дальше говорю. Мы так никогда не снимем. Выдайте мне другого мужа. Этот постоянно врет и все забывает. Так, три глубоких вдоха. Раз, два, три. Эй, Валентин! Хорошо, что мы не в кадре. А тортик можно будет съесть потом? Зачем я вас только рожала? Мам, не говори так. Завали хлебало и садись в тачку. Предлагаю так и оставить. Братан, вот честно, займи тогда поменьше. 5-4. Еще разок? Не. Не искренне говоришь. Я понял, торгуешься. Да-да. Ну ладно, хорошо. Браво, это ретроспектива. Она прекрасна. Французские мастера. А можно как-нибудь шипящие прибраться? Стоп, сначала. Братан, вот честно. Блин, я забыл, какая сумма. Давай. Надо позвонить Кристине. О, да что ж такое-то? А кто такая Кристина? Снято. Снято. Звоним Кристине. Ну где там мой сын? Я его сбил, и он сейчас отдыхает. Вот это неожиданно, да? Я решил во всем признаться, чтобы закончить пораньше съемку. Потребовалась операция. Порезали сына. У тебя что-то на губе. Чего? Извини, на губе что-то. Я посмотрю. У меня тут шпаргалка. На губе отпечаталось. Его прооперировали. Извини, теперь у тебя что-то на губе. Вы уже посмотрели выставку? Нет. А куда собрался? Нет. Ужасно понравилось. Нет. Ужасно понравилось. Ужасная выставка. Здравствуйте. Можно мы пойдем? Прости, я не могу. Что? Что с тобой? Дома жрешь. Да. Ты жрешь. Дома. Тут жратва. Храчи. Ржешь. Еду. Жрешь. Харчи. Ты чё? И это хэпивать? Нет, хэповать. Поняла. Ништяк. Ништяк. Все просто. Я так гопником стану. Чё? Она все не забыла. Мама. Стоп! Валим домой. Еще думай. Едем домой. Домой? Да, да, домой. Мы тут уже все посмотрели, что здесь торчать. Поехали, поехали. Отметь мамин юбилей в кругу семьи. Лин, не смейся. Лин, смей. Помню, как мне вручали диплом дизайнера. Да, пришлось отвалить за него 8 штук. Валентин может начать делать странные вещи. Например, мебель. Мебель, например, приставать к мужчинам. Не смейтесь, а то вспотеете все. И чудо средство выливай тот час. Микробам смерть. Ра-р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 а-
Мотор? Я тебе перезвоню. Что, еще раз? Да, еще один дубль. Только перестань меня смешить. Хорошо, не буду, мама.